тени выделены. Я подарю вам от души красота. Так, ребят, всем привет, приветки. Доброго всем денечка, прекрасного настроения. Так, да что ты, блин, как ничего с ней сделать-то? Я подарю вам от души. От души. Так. Это что, кто ходил там? Вадим, это ты? Пармиль Крум. Это как я? Так, ребят, всем привет, приветики. Сейчас мы наладимся тут установку. Это как я? Привет, развратники. Алекс Караву, привет. Это. Как погода? У нас дожди. Там Катя это, рассказывай, Катя еще не знает. Там это, где руку-то я тебе положил. Там вообще фокус в чем был вообще? Ага. Ну просто, да, я дочери бы сделал фотку, как мы едем. Мы так любим ехать, за руку держаться. А я Катю это, только не я руку ей ложу, обычно я ложу, а тут решил сделать под ее руку подсунуть. А там это сразу. О, это под юбку полез, я ей ляжки гладит. Фу ты, блядь, посмотри, что написала, а. И пошла жара. Я не могу. Вы в Ютубе кто подписан есть? Там что пишут? Караву. Что происходит? Коронавирус, что ли, вот начал действовать? Эти прививки, что ли? Пошла жара, что ли? Я не пойму. Вроде еще прохладно, у нас дождь. Ну, что, ой, кровь мне сегодня испортили, бы всю сгустили. Добрый день. Нет, привет, ребят. Нельзя гладить ляжку-то? Нельзя. Угу. Нет. Нет. Как это у меня, это, с мамкой мужичок-то, Вовка-то был. Он песню пел. Я тебя не стану, а поляшки проведу. Ромата. Ура, грибочки, любим, приятного вам дня и настроения. Спасибо, ребят, спасибочки. Добро, дорогие, как ваши дела? Хорошечно. Доброго-доброго утречка, хорошего настроения. Мы что сегодня? Я только проснулась. Мы вчера хотели картошечку в казане пожарить. Купили вот такую мелкую картошку специально. Это, кто сказал по 300 рублей килограмм? У нас 20 рублей. Ага. Вот, купили картошку мелкую, крылышки, замариновали их, это, паприки много копченой, приправы для курицы, соль, и все убрали в холодильник. В общем, вчера все приехали, мы устали и спать легли до утра. Все. Ага, и это. А с утра думаю, надо что-то делать, а дождик же херачит, не пойдешь ничего делать на улицу. Я это, в мультиварочку, картошку. Давай. Давай, хорошая моя, давай, что-то тут. Ага. Вот. Мультиварку засыпал, картошечку водички залил, корочка наложил, перчик свойский сваддал, туда накидал. Сейчас, когда уже в конце будет подходить, минут за 10 еще пережарку сделаю, туда закину. Не хочу, чтобы сразу она там варилась. Ага. Не знаю, почему это так, у меня бзик такой вообще. Ага. Доброе утро, Дагуш, как ваше дело? Хорошо. Привет, Костя, Катя. Привет, Галина. Привет, приветики. Эта песня теперь ко всем привязалась. Все, топи, реки. Пока теперь другая не появится. Привет, привет, добрый день, дорогие. Привет, ребят. Я что-то. Так, салют, салют, салют. Ну, приветики с Америки. Самого прекрасного дня вам. Спасибо, спасибо, Наталья, спасибочки. Катя водичку пьет вкусную. Самовар вчера купили, а так и не сделали. Так, привет, моя золотая, особенно привет по Тессе. Это вам. Это вам адресовано, моя хорошая. Сейчас если дождик кончится, пойдем у нас. Ой, дел караул. Вот когда я загадываю про эти дела, ни хрена ничего не получается. Ага. В общем, как сделаем, тогда покажу. Привет, приветики. У нас тоже дождь. Ага. Ну, у нас это. Так, как будто есть, как будто нет. Хмуро и псикнет, раз и отстал. Опять раз. Ура, грибочки, привет, соскучился по вам. Привет, приветики, ребят. Весна психиатрических обострений. Я тоже так считаю, Алекс. Ага. Весеннее обострение у людей. Бывает и весеннее, и осеннее, два в одном. Ага, привет, всего хорошего. Ага, приветики, пропустила. Чай, ляжки, то повезло. А, чай, ляжки? А это? А что еще ты там писала? Ой, надоели. Я говорю, я вас избавлю от этого. И давай все блокировать. У меня там отдельная корзина есть, ага.
Неудачник. Я их всех туда. Тю-тю. Ой, я их давно смотрела. Я их жалела. Мне их жалко было. Ой, а теперь они мне надоели. Ну, сейчас-то мы же хорошо живем. Благодаря людям. Люди помогают, а им-то нет. Ну, вот отсюда зависть. Я говорю, ну, просто завидуйте. Ну, на самом деле, ага. Буду я в говне лежать, ты же даже глядеть на меня не будешь, правильно? Я не могу. Вот сегодня я там тоже дожал жару маленько. Я думаю, чё прийти? Чуть-чуть совсем. Да, я понимаю, представляю. Все проспала, думаю, что-то прийти. Откой где-то сидит, думаю, что-то тихо. Пчеляшки-то Катины. До машины мы ездили, ехали, и я это... А у Кати ручка не слушается, она у нее на ляжке лежит, и я ей под руку-то под ее совываю, и получается за ляжку ее это трогаю. Вообще бред такой, ну, сивой кобылы. Ага. Сивой кобылы, это у меня не знаю, даже представить. Ляжки-то нету. Добрый день, грибочек Костя, я вчера капец как прошла, думаю, как он бедно таких идет, терпит столько сейчас. Ой, ребята, то, что вы читаете, это капля в море. Сколько я читаю, сколько пишут, они же влезут мне в трусы везде, в личку. Ой, корову. Умеешь полное право потрогать лучше своей жены. А, спасибочки, спасибочки. Не, ну это вообще-то посыл-то был не про это, но вы все же поняли, конечно. Ага. Так, прослушай, что там с Ютубом. Не надо, не вникай. Здравствуйте, Костя, Катя, вас всегда очень люблю смотреть. Спасибо за ваше позитивное настроение. И вам спасибо. А это... А ну, хейтеры все равно свою работу делают, знаете, это. В Ютубе по 1000 подписчиков каждый день прибавляется. Каждый день по 1000. Сейчас тиктокские, может, туда все перейдут. Ну, хорошо, дай бог. Привет, Костя, доброе утро. Я тоже поспал днем. Катя, доброе утро. Алекс, спал хорошо, Катя. Ну, в 3. Да? Четыре, в общем, где-то. 4 легла, Катя. А я уже не ложился спать. Накормил ее. Она это поспала, хорошо спала. Жарко стало. Потом на спину положила. Вот она, наверное, часов 6 на спине спала. Долго, прям хорошо. Я в форточке открыл. А мазь еще ей на руку. Ей так жарко, блин. Она еще там лежит. Угу. Приветики вам. Мне зуб выдернули. Боли адской врагу не пожелаешь. Ой, Татьяна. Зато все пройдет, моя хорошая. Потом болеть не будет. У нас Ваньки вчера зубил ему колотили, выдирали. Таблетки привезите мне, Христа ради. Это, сейчас прикол увидел в ТикТоке, что он говорит. Отгадайте, что первое сказал слепой, зайдя в квартиру. Ну, или в магазин, или в клуб, куда-нибудь. Что он сказал? Так, приветики. Распаковочка будет. Да нет, распаковочка это тележка, ребят, которую мы вчера купили. Ага, с колхозной тележкой эту, тачку. Так, ругайтесь, ни в коем разе. Привет, 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 дорогие наши грибочки. Привет, приветики. Добрый день, любимка, рада вас видеть. Прекрасное настроение, люблю, Катюша, здоровья тебе. Милая Катя, тебе здоровья, моя хорошая. Вчера устала она, замоталась, измоталась. Дорогие психические, рады вас видеть, такие душевные, спасибо. Привет вам с города Мурома, вы классный. Добрый день, добрый. Так, добрый день, Костя, Катя, на дураков внимание не обращаю, тебя погладить за ножку, за жопку. Жену имеет право, пусть выйдут молча. Да я везде за ногу таскаю. Привет, дорогие, хоть на улице и дождик, хорошего вам настроения, главное здоровья. Спасибо, спасибо, взаимно, взаимно. Я очень любила дождик, специально выходила, когда маленький такой был, когда маленький дождик идет, еще специально выйду, чтобы это. Дождик капала, сейчас не могу. Он холодный, капнет, а мне сразу ключики. Сейчас ключи, вот так все сразу. А я люблю в терраске спать под теплым одеялом. Красота. Привет, что у вас на ужин сегодня? Хочу украсить идею. Я сейчас... А, украсть. Я сейчас, знаете, что готовлю? Это... Картошечку в мультиварке тушу. Картошку тушу с курочкой, с крылышками. Я вчера замариновал, а в дождик ничего не получилось. И мультиварку все покидал. Перчик еще свежий туда свойский добавил, мороженый. И сейчас это все подготовится, в конце пережарочку заброшу. Угу. Будет вкусно. Вот тушеный будет картошечка. Пережарку сделаю без морковки. Ладно, я тоже так думал. Спасибо за идею, моя хорошая. Так, интрига запущена. Я это про ваши дела. А, да не, дела-то там, ну, в первую очередь железки. Железки надо все порезать, сдать. Холодильники, молодильники, стиралки, газовые плиты. Я принимаю железки.
бизнес там туда-сюда. За 5 рублей купил, за 10 продал, поняли? Куда медь, куда алюминий, сейчас все надо разделать, отвезти. Наташку в больницу отправлять, бабки надо. Вот, отвезу, это все сделать. А потом возле бани навесик сделать. Туда мангал, шмангал, и там залить, чтобы зона была отдыха, чтобы гости приезжали, комфортно себя чуяли, поняли? Кровать, мовать, кто сильно, уже сильно пьян, чтобы полежать маленько, сил набраться. Там кровать стоит железная. И ковер это старый был. Вот постельно, потом красота будет, кровать повыше сделал, чтобы песок все скатывался. Дождь в деревне нужно сейчас, пусть все просыпается, да. Так, против, по-тихому сливаем их в туалет, правильно. Так, привет, привет. А так не ругать, просто не надо их вести тоже под дурака. Ну да, я говорю так. А, вестись-то? Ну нет, ну а сколько можно не вестись-то? Ведь, я же, видите, провокационное видео не снимаю. И очень редко отвечаю на дурацкие комментарии. Ну так, чтобы актив поднять, да, а и сразу пошла жара. Я как на дурака отвечу, вот смс какой-нибудь скажу. Вот, моя хорошая, целушка тебя обнимаю. И все ей там пишут, и 2000 комментариев вставляют. И, ну зачем вот это просто? Человек не понимает. Ну, и я это не делаю. А иногда просто пишу себе чисто отвести душу, как сказать вам. Я никогда не оскорбляю, не хамлю это, а по взаимности вот могу маленько подшучивать, поиздеваться там, для меня это маленько, чтобы разгрузиться. Поэтому пускать, они же как говорят, это же наше мнение, мы имеем право высказать. Так я же тоже имею право высказать, правильно? Я говорю, ты же гулящая, ну пьяница. Она говорит, как? Я нет. И как нет? Да когда да? Ну... Мне же так вы говорите, да, я вот примером ставлю. Вот. Поэтому как так. Ой, что-то врач нам звонит. Привет, привет, наш хороший. Привет, Костя, ты делаешь наш день, как хорошо смотреть жизнь простых людей. Спасибо. Может быть. Физкульт, привет, нас в Флориде. 5 утра открыли один глаз и вижу вас. Привет, Ирочка, привет, золотая. Даже если и что вы ее муж. Конечно. Ну, глупости. Люди просто не знают, за что зацепиться, знаете, мне кажется, да, из-за этого. Ляшки тебе нет, Катя приколистка, молодец. Добрый день, грибочки, приветики, приветики. Да хоть за Ляшку вы ее муж любили, лечите голову точно. Танюха, приветики. Блин, если я сейчас возьму эту трубку, перезайду тогда, ребят. Ладно? А я даже, это как я, бери Кость телефон, вдруг важно. Ладно, у вас стало много плохого, портит вас деньги. Моя ты хорошая, твои слова, блин, да мне в карман. Спасибо, золотая. Так, друзья, поделитесь, пожалуйста, кто сталкивается с заболеванием артроз, нир, челюсти, поделитесь, какая информация. Нет, только не это, какой артроз, мартроз, ага, что здесь, аптека, здрасте, у республики, привет, приветики. Блин, хорошая. Костя, бери телефон. Ладно, ребят, я перезайду сейчас через 5 минут.